Когда утром мы будем просыпаться, Илюше теплая вода, один стакан, можно пить теплую воду. Потом теплую воду пить, сидите, пейте теплую воду, и потом вставайте. И стойте, можно так руки держать, и так. Раз. Не обратно сюда. Сюда начинаем. Можно ходить, и когда кишечник освободится после этого упражнения, выдох. Живота здесь ничего не делается, просто выдох. Это само собой живот будет. Помните просто, когда менструация в времени, тогда нельзя это определить. Еще первое, примерно мы уже пили теплую воду утром, мы начинали с собой утро нормально, мы спали нормально и отдохнули все, и кушали пища, которая легкая. Некоторые просто продаются в какой-то магазине, можно купить и быстро кушать и взять. И потом другой магазин и кушать беда. Закончится очень-очень просто, очень-очень плохо. Поэтому кишечник каждое утро обязательно освободится. Это самый важный фактор для здоровья. Самый важный фактор. И мы, если будем нормально кушать, будем упражнения делать. И кишечник освободится, и никаких проблем. Попробуйте не таблетки принимать. Попробуйте сами заниматься. После упражнения расставляем. И, пожалуйста, совмещи сорт мука, каким-то вещь, которая не полезна будет, когда у нас есть проблем с животом. Когда мы не можем легко освободиться свой кишечник по утрам. И пейте больше воды. Больше это значит теплую воду. Можно один стакан утром пить, можно два стакана, потом денем тоже. И отказываете себя или принимаете правильно, принимаете правильно, черный чай будет действовать не так хорошо для нашей кишечника. Еще если не хотите заболели ваш кишечник из рака, тогда обязательно надо освободиться. И простое упражнение. Если менструация, тогда что можно делать? Просто гуляйте. Ходите. И не напрягайте свой живот. Если у вас уже кишечник освобождается нормально, тогда можно еще упражнение делать. Водой глубокий. Выдох полностью. Живот внутри. И расслабляйте. Внутри. И расслабляйте.
внутри, и оставляет. Теперь готов. Если высокое давление, тогда делайте выдох со средней силой. Так. Не такой резкий. Резкий выдох, пожалуйста, не делайте. Не полезно и будет помогать, если так будет. Со средней силой и расставляйте. Попробуйте кушать, соедать, не пить после еды, не до еды. Лучше 30 минут ждать, 45. Обычно мы привыкли свою традицию, как то кушать и пить чай. Если даже человек не предлагает чай, вот, и что тут не так, не предлагает чай. И попробуйте свой напиток, лимон, можно грейпфрут. Если аллергия из грейпфрута, сначала можно лечить от аллергии. И грейпфрут, лимонная вода горячая, и еще можно миндалин, просто так кушать. Можно иногда просто фрукты кушать. И можно по выходным просто такое блюдо кушать, как то больше было жидкости. Делать образ очень простой. Я не хочу, чтобы вы просто занимались упражнениями. Занимайтесь внимательно своей жизни. И, пожалуйста, 5 минут, 10 минут можно заниматься упражнениями.